Лучший специалист 2016. Областной научно-практический центр совместно с колледжем сервиса организовали конкурс на лучших поваров и кондитеров. Свое кулинарное мастерство демонстрировали учащиеся технического и профессионального образования региона на базе одного из городских кафе. Николай Сырбов расскажет подробнее. Стать профессиональным поваром и работать в ресторанном бизнесе. Именно об этом мечтает учащийся третьего курса Актюбинского технического колледжа Бауржан Умирзаков. 19-летний молодой человек обучается по специальности техник-технолог. Мне очень нравится готовить и вкладывать в этот процесс всю свою фантазию, подчеркивает начинающий повар. Сегодня я приготовил на представление студентам три блюда. Два горячих, одно холодное. То есть я приготовил утиное магре в клюквенном соусе. Приготовил бараньи ребрышки под соусом демиглас и подготовил закуску этот капрезе. Судьи сидят все рестораторы, то есть есть повара и хозяева ресторанов, то есть они смотрят на участников, конкурсантов, то есть видят в них потенциал какой-то и уже подбирают под свой ресторан, то есть под свою кухню, где, может, по каким-то этим критериям подходят они к себе или нет. И вот на таком уровне они выбирают себе, то есть дальнейшее трудоустройство уже здесь обеспечено. Всего в конкурсе приняли участие 10 человек. Помимо учащихся колледжей города Актобе, свое кулинарное мастерство продемонстрировали представители учебных заведений Кандагаша, Хабде, Алги и Батамши. Конкурсанты боролись за звание лучших поваров в 4 турах. Первый тур – это визитная карточка, где обучающийся показывает свои творческие способности. Второй тур идет мастер-классом, практическая часть, где дается обучающимся по 15 минут, и они показывают свое мастерство. Третий тур, теоретическая часть, здесь своя игра, где идут ответы на вопросы по спецпредметам. И четвертый тур – это домашнее задание, где конкурсанты показывают оформленный фуршетный стол и защищают в течение 3 минут. Критерии оценок, которые учитываются, это соблюдение санитарии, гигиены, техника безопасности на предприятии. А лучших из лучших определяли члены компетентного жюри, в состав которого вошли представители ресторанов и кафе областного центра. Хороший конкурс организуется ежегодно среди поваров. Сейчас строится много ресторанов и кафе, где требуются молодые кулинары. Благодаря такому конкурсу мы выбираем ребят, которых затем трудоустраиваем. Могу отметить, что многих учащихся колледжей принимают на работу еще в период обучения. В целом ребята хорошо подготовились к конкурсу, приготовили много приятных на вид и вкус блюд. Отметим, что конкурс организовали в рамках празднования юбилея независимости. Также основной целью проведения кулинарного соревнования стала возможность демонстрации на практике положительных методов дуальной системы подготовки профессиональных кадров. Николай Сырбов, Руслан Ельтаев, Казахстан, Актобе.